От Хоккайдо до Окинавы в Якутск прилетели более 170 японских туристов. Их визит стал возможным благодаря бывшему министру обороны Японии господину Кюмя Фумио, который приехал в Якутск уже в четвертый раз. Но если ранее его приезд носил лишь деловой характер в плане экономического сотрудничества, то на этот раз он намерен показать уникальность и красоту Якутии своим землякам. С гостями из страны восходящего солнца встретилась Марианна Кутукова. Господин Кюма Фумио не первый раз в Якутии. За последние годы он посетил множество достопримечательностей, в том числе аграрные поля в Хангаласском районе, песчаная гора в Намсах, фестиваль «Зима начинается с Якутии» в Эмиконе. Поэтому этот визит он решил разделить с земляками. Цель приезда делегации, где собраны люди разных возрастов и профессий, это дать старт активному сотрудничеству между Якутией и Японией через развитие туризма. Для того, чтобы наладить сотрудничество, надо, во-первых, решить транспортные вопросы. Например, визовый режим, оформление которого требует определенного времени. Не каждый человек потратит свое время на это. Поэтому мы собрали делегацию, чтобы люди смогли приехать и на месте все прочувствовать и понять. Сегодня японские туристы пятью группами, да, ездят по достопримечательностям города Якутска. Вот, и вечером 8 отплывает на Ленские столбы и прибывает 18 утром в порт Якутск. Вот, и в обед вылетает обратно в Японию. Отметим, что такое большое количество туристов из Японии, более 170 человек, прибыли в Якутск впервые. Специально для них организовали прямой чартерный рейс из Токио. По словам организаторов тура, новые направления, как Якутия, всегда интересны туристам Юго-Восточной Азии. Якутия вообще, в принципе, она превосходит, на мой взгляд, она превосходит вообще все регионы России по количеству брендов, которые интересны иностранцев. То есть это и мамонты, это вечная мерзлота, это круизы по Лени, это национальная культура. Ну, ее, конечно, нужно на первое место поставить. Вот. То есть, в принципе, туристические программы, они очень сильно будут отличаться по насыщенности и интересу для иностранцев. Первое впечатление о Якутске – это удивление. Нам показалось, что нас встречают японцы. Понравилось царство вечной мерзлоты, где в виде ледяных скульптур представлены шедевры мира. Видно, что здесь ценят историю и культуру. Сейчас мы в предвкушении от поездки на Ленские столбы. Этот масштабный тур японских гостей должен увеличить поток туристов в Якутию. Впоследствии новые знакомства, впечатления и знания дадут старт сотрудничеству в разных сферах жизни. Марианна Кутукова, Владимир Павлов, НДК Саха, Якутск.